choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight. Mortal Kombat весь DC Universe, конечно, самый смешной проект года, просто потому что реально бредовый способ свести с первого взгляда абсолютно несовместимые вселенные. Мрачный, готичный Mortal Kombat, в котором кровища и отрубаемые головы, и супергероев-вритузов. Вот у DC Comics они, на самом деле, все почти одинаковые внешне, то есть кто-нибудь в такой маске, там, с плащом, все супер смешные, все из 50-х, 60-х родом. Это выглядело реально как сумасшествие. Самое забавное, что все персонажи из DC Universe не современные. Они такие, какие они были в комиксах времен 60-х. Здесь даже Бэтмен, он там не в черном костюме, а он в сером ушлепском костюме из оригинального комикса. А Джокер, он такой весь цветастый там. Ну, в общем, это не переизобретенные современные герои, это оригинальные китчевые герои, и нельзя не смеяться, когда ты их видишь. Любимейшая просто игра, вот это вот трэш-впечатление года, я считаю. Mortal Kombat versus DC Universe. Я эту игру ждал еще с весны, вот после того, как побыл на мероприятии от компании Midway. Нет, друзья, это невероятно на самом деле. Что такое вообще Mortal Kombat? Это вот клоунада, да, такая? То есть это вот куча придурков в костюмах всяких, там таких совершенно безумных, среди которых один ниндзя, другой Жан-Клод Ван Дамм, третья какая-то тетка из ФБР. Все вот эти придурки друг другу били морду, решая судьбу человечества в состязании. С другой стороны, существует вселенная DC Universe, в которой помимо известных супергероев типа Бэтмена и Супермена существуют еще такие типа Флэш, Чудо-женщина и прочие замечательные граждане в лосинах. Так вот, а теперь представьте, берется, значит, одна вселенная и другая, и смешиваются они все вместе. Причем смешиваются не просто так, вот как, например, другие игры, когда пытаются смешать какие-то вселенные. Ну, как Soul Calibur. Вот взяли там Йоду, сделали, да, ну Йода там дерется там со всеми персонажами Soul Calibur, типа смешно. Честно сказать, все ожидали от Mortal Kombat vs. DC Universe то же самое. Ну, будет Бэтмен драться там с Sub-Zero. Так мало того, в этой игре есть сюжет, который две эти вселенные еще и связывает воедино. То есть вместо привычного набора персонажей и коротких 5-секундных роликов ни о чем, и финальным там анимационным роликом, как в том же Теккене, здесь предложен совершенно другой вариант. Мы выбираем сторону, МК или DC, и начинается кино, а нам как бы дают играть за разных персонажей в драках, и все. На самом деле, вот это вот совмещение несовместимого, оно, в принципе, нашло отражение в негативных качествах игры. Это то, что, как Mortal Kombat, она недостаточно кровавая, кровь здесь нужно отдельно включать. Не во всех версиях игры еще кровь есть, и фаталити вообще никакие. То есть они не яркие, не интересные, их нет вообще в сюжетной кампании, потому что там все друг с другом дерутся по несколько раз, но если всем голову отрубать, тогда нестыковочки будут. Вообще, с художественной точки зрения, это получилось такое вот столкновение двух стихий. Причем двух стихий такого вот адского трэша, да? То есть там Скорпион против Чудо-женщины. Представить себе ничего милее в жанре файтинга нельзя, концептуально. Но по факту, Mortal Kombat еще игра и хорошая, он еще и как файтинг очень весьма неплохой. То есть там сохранена вся механика оригинального Mortal Kombat. Потому что я вот честно сказать, последний Mortal Kombat, который я действительно серьезно играл, была третья часть. Я не видел ни одномерного Mortal Kombat, но я сел вот сейчас вот за Versus Universe, и я вспомнил все. Все удары там, кое-какие даже там. Секретные, которые не изменились. То есть все управление, все осталось то же самое. Все они так же летают. Есть фаталити, конечно, там в игре. Там и кровь есть, в общем, не обманули. Что интересно, вообще, как сингловый файтинг, они действительно очень классно его разнообразили, потому что вы, например, падаете куда-то, и начинается мини такой геймплейный ивент, где если вы перехватите удар игрока, догадайтесь, какую кнопку он нажимает, вы там перевернетесь, и наоборот, спиной упадет на землю он. Такие же моменты можно устраивать во время самого файтинга, то есть угадай, кто какую кнопку нажмет. Ну, кстати, это довольно интересно. Вносит действительно разнообразие в привычный такой Mortal Kombat. The Joker wins. Fatality. Mortal Kombat vs. DC Universe как файтинг, на самом деле, это нельзя серьезно воспринимать. Если вы не будете ее воспринимать серьезно, вы от нее огромный кайф получите. Чего я, собственно, желаю вам 7,5 баллов. Это смешно, это для всех, естественно, фанатов Mortal Kombat. Ну, и для фанатов DC Universe, если вдруг вы фанатите от Бэтмена, я думаю, файтинг с Бэтменом вам очень придется по вкусу. Ну, файтинг, Mortal Kombat, все смешно, весело.
8 баллов.